И Поляков еще один перехват. Слишком много потерь сегодня демонстрируют нам команды. И проход Сергея Кузькина и Тони. У нас тоже в команде, команда МГТУ, у мужчин тоже есть пару игроков. Мы же не представили тебя, у нас Забалуев Александр. Сказать себе, если кто не в курсе, редактор зачетного радио МГТУ Эльмира. Значит, ее не было. Кузькин Сергей трехочковый мимо и подбор, точный прайд, находит Кузькина. Кузькин трехочковый бросок и не точно опять. Агеев проход Кузькину, Кузькин бросает и... Алексей Чинов. Сергей Кузькин, проход и мимо, но исполнение команды Юргу. Кузькин, проход и... Кузькин один, Кузькин идет в проход и 2 очка он забивает. Да, да. 76-79 в пользу Юргу, и Сергея Кузькина оставляют под кольцом, и он не забивает. Второй тоже не точно. Но Сергей Кузькин берет подбор, остается 10 секунд. Скорее всего, команда будет... А нет, Петров атакует и тот. Они зоны также. Да, Чернов Михаил пытается обвести. И номер Оренбурга. Чернов, проход. Да, просто прорывает. Якунин, между прочим, когда мы играли еще на области...